Добро пожаловать на канал Nemetek Games, и мы все еще строим карты. Поехали. Ну вот, собственно, и очередной небольшой пакет создания локации в ускоренном темпе. Чуть подлиннее, чем обычно, но я прикинул, что таким образом будет получше тем, кому интересно. Можно будет посмотреть более детально и, так скажем, за одно видео посмотреть больше локаций. Тем, кому не интересно, собственно говоря, меньше будет просто выскакивать этих видео по спидмэппингу. Потому что видео станут длиннее, а, соответственно, их количество будет меньше. Вот, а кому интересно, тому просто будет интересно за один раз скушать чуть больше контента. В данном видео уже заметны некоторые изменения в подходе к работе. И более подробно я расскажу об этом, когда закончу локацию полностью. То есть это первая деревня. И потом уже, когда я ее закончу в плане спидмэппинга, я расскажу об ошибках, которые допустил, да, как и планировалось в данной серии, говорить о том, как идет процесс и почему стоит делать так, а не так, и приводить какие-то конкретные примеры. В общем-то, в следующих видео уже будем говорить более предметно на эту тему, на тему подхода к маппингу и созданию локаций. Несмотря на то, что как-то о маппинге мы уже говорили, здесь будет именно разбор, именно ошибок в подходе к работе. Назовем это так. Ну и сейчас немножко скажу о том, что почему так долго нет контента и по мейкеру, и по другим вещам. Ну вот так вот. Возможно, выйдет еще какое-нибудь коротенькое видео, типа первого впечатления, но по поводу мейкера скажу, нет возможности, к сожалению. Дело в том, что сейчас железо, которое я очень давно жду, его постоянно задерживают, и проблемы с его доставкой возникают до сих пор, вот, поэтому и нет возможности и чисто технической, и чисто временной, потому как сейчас будет неделя довольно насыщенная, несколько обучений. В общем, как-то так. То есть контента нет не потому, что я не хочу его делать или забил, а потому что, к сожалению, пока нет возможности. Ну а на этом я просто пожелаю вам приятного просмотра. Надеюсь, будет интересно. И увидимся в конце видео.
Ну что, вот, собственно, видео подходит к концу. Еще раз напомню о том, что в скором времени, я надеюсь, доедет мое железо новое, и контент будет происходить уже более подробный. Возможно, выпущу вне серии, посвященной созданию проекта без плагинов, какие-то пару уроков, которые в дальнейшем будем разбирать. Вот, однако, вероятнее всего, сначала добьем данную локацию, и сделаем мэппинг, а потом поговорим об этом. В общем, как-то так. Ну, а здесь я прощаюсь. Пишите комментарии. Возможно, один из них я пихну в следующее видео или парочку, если они будут интересными и забавными. Ну, или просто хорошими, добрыми и, в общем-то, как-то так. Ставим лайки, делимся данным видео, не забываем подписаться на канал, нажать на колокольчик. Вам не сложно, мне приятно. До новых встреч. Пока-пока.